Видеорегистратор Neoline GTEC X77 с магнитным креплением и антибликовым CPL-фильтром. Распаковку начинаем с комплектации. В красивой упаковке найдем магнитное крепление на стекло, съемный фильтр на объектив, зарядное устройство с USB-портом, документацию и непосредственно сам регистратор. Он выполнен в пластиковом корпусе достаточно небольших размеров – 74 на 42 на 35 мм, а вес составляет чуть меньше 100 граммов. Спереди объектив, на который можно установить CPL-фильтр для устранения бликов. Сверху контакты для активного магнитного крепления и кнопка питания. Снизу скрытая кнопка сброса и микрофон. На одном боку разъем microUSB, на другом – слот для карточки microSD и кнопка HotKey. Со стороны пользователя – 2-дюймовый IPS-дисплей и 4 кнопки управления. Посмотрим на крепление на лобовое стекло. Оно активное. К нему можно подключить кабель питания, который передается на регистратор посредством подпружиненных контактов. Благодаря использованию магнита, регистратор легко и быстро снимается с крепления и устанавливается обратно. Что касается разрешения видеозаписи, оно составляет 1920 на 1080 пикселей при частоте 60 кадров в секунду. Угол обзора объектива составляет 140 градусов, а матрица относится к серии Sony Exmor CMOS. Под конец отметим, что данная модель имеет GPS-модуль и определяет скорость движения и записывает координаты текущего местоположения. А еще регистратор распознает знаки ограничения скорости и оповещает о нарушении скоростного режима.